я расскажу про вторую часть геометрии, которая была придумана другим замечательным математиком, тоже венгерским, именно Жозефом Шольмашем. Шольмаше доказал, что выполненная более сильная оценка на сумму и на произведение, тоже используя геометрию, но, значит, конечно, до гипотезы Эрдоша Семиреди он пока не дотянул. Если А – это подмножество действительных чисел, то либо А плюс А, либо А умножить на А имеет мощность в степени 4/3. То есть Шольмаше улучшил вот эти вот 5/4 до 4/3. Эту теорему докажем, это тоже геометрическое, так сказать, некое наблюдение, очень красивое, даже проще, чем теорема Семиреди-Трёта. А пока я скажу, что известно в данный момент в этой области. Эта теорема уже потом она немножко улучшалась. При тех же самых предположениях, то давайте я не буду писать либо-либо, потому что мы уже поняли, что надо оценивать максимум. Максимум из А плюс А, А умножить на А больше, чем А 4/3 плюс константа. С это некоторая маленькая константа. Сложная теорема, давайте докажем теорему Шольмаше. Но только докажем мы не для сумм и произведений, а для сумм и частных. Для произведений доказательства, я сейчас расскажу эти аргументы, они и для произведений тоже работают, но нужен лишний ход технический.